уже достаточно таких предметов. Припа. Кто чем бахает? Шедевр, как ты назвал спех роли? Да, все правильно. Значит, идем, ролим только на один спек, в котором идем. Если вы ничего не пишете, то ролите тот, в котором идете. Так, сейчас там зайдут пуги, нет? Сейчас они зайдут еще. Один пуг или два. Сейчас минутку, когда поешьте. Не, каски тогда дам всем, да? Скажите что-нибудь. Раз, раз. О, нормально. Может, они не могут зайти, потому что у них микрофон не работает. Что, все тут, Слав, тебя не слышно. Что я бафлю? Блядь. Мне не должно быть слышно. Должны сначала вы принять ебаную сука готовность. Аспиранты. Вот, молодец. Тигару забафайте. Давайте я расскажу, что по бафам. Я нихуя не бафаю. Кто твоего бафа? Протопал бафает каски. Виталий Кун кулаки. Счастливые кисты. Каски уже пробафал. Значит, договоритесь, просто скажи, что им другим бафать. Поздно, я уже работаю. Квест-код отдай кулаки. Короче, мне пожалуйста. Три паладина бафайте, ДЦ в рейде есть. Так, пятая пати, хилы кроме Аписа, и сейчас Саншу, что там, полюприст? Угу. Ребят, я каски раздал, я перебал. Так что, вот мне в ДЦ спекаться? Биваться буду. Да, в ДЦ, потому что сейчас я допью чай с печеньками, и ты посчитуешь рейд. Мы что, в 4 хила будем идти? Нет, меня за хила не считай, меня за бомжа считай. Ты каски вот. Сани мы. Так спекни с рыцарь. Да, я каски раздал. Да не, это... я получусь кнопку нажимать, не полипал. Слав, а можно тебя попросить, пожалуйста? Вот Виви у нас есть в рейде, покидай ему сальву, потому что он во фросте агро набирает очень жестко. Ну, сорвёт, да, не вопрос. Пускай таланты пагубу вкачает на 3. Да я ему кину, мне не сложно, вот, сейчас я его. У нас павов куча, чтобы сальву у кидать. У нас 3 на пула и БДК. Танк с топовым агро. А кто? Хризи, да? Давайте я еще кое-что объясню. Мы идем на группу лути, это раз. Если вам нужна шмотка на офф спек, то вы нажимаете кубик. Потом ее заберет тот, кто это самое, кому она нужна на мейн спек. Вот. Таких ситуаций, как, допустим, Рога ролит Талик и забирает его, такого не должно быть. Такой хуйней мы не страдаем. То есть, если вы будете носить вещи, нажимаете кубик. Если нет, идете нахуй. Так, значит, чек на пул. А фаер ролит объект такой, может быть? А если я ЕП Навара хочу, я не ролю, получается, да, Хантом? Шмот? Нет, все ролят в обычках. ЕП на кого хотите. А ГП дается? ГП дается, если вы меня, сука, заебывать будете ебаными вопросами. Ваня, Саншу, Алпич, хильте, я сейчас чай попью, пока будете ребро бить. Начинайте, танки. Какой тебе? На
Варенька, ты здесь? Ты слышал, что сказал Слава? Он сказал, что нажимать кубик, если что-то надо, а потом разберемся или как? Да. Ага, я понял. Да. Не, но если на мейнспе кроешь, ты жмешь кубик. Ну а если на лов типа не откажусь же, да? Беги, малышка, беги! Тогда не пылите шмот. Лучше нажимайте тогда реально. Все, не откажусь. Не, лучше... Короче, я не знаю. Объяснил. Что же я объясню, я же не рыл. Не, по поводу того, что шмот сам. Понятно, даже если на лов жать кубик, Войт написал. Так что не важно, а потом разберемся. Единственный выход. Сбейте кость за шипы. Блин, ну два шипа с фул хп, ну ё-моё, ребята. Косточка попалась провалена. Ну, ребят. Слава шип на ханте. Локейте. Наручи. Ай, наручи какие красивые. Фризи, если тебе надо, я уступлю. Не уступал, я тебе тоже уступлю, если тебе надо. А, Виталик, ты тоже на танка рулишь, да? А то да я... мне и тут ничего на танка не надо. Мне да. Только с Гера надо. Но мне бы еще до Геры дожить. О, смотрите, квест есть. Может, просто один... Да, мы в прошлый раз его запороли. Полка получше. Ну, я думаю, вот не будет против. Один ДД. Где же еще сделать квест, как не на обычке? Да, Войт, Слава, да? Спасибо. Че стоим, танки? Погнали, нам еще давали. На полу, пожалуйста. Виви просто хорошо. Он дамажит хорошо. На самом деле везде фросты, которые выдают агрупы. На офер вали, я помню. Поэтому им сальву давали паладины, да и все. Вообще отказал. Фризи, ты здесь? Ахри. Он не отдал наруч. Для нашего господина нет с ничего невозможного. Его сила не знает границ. Ничто не может сломить тот, его кто волю. Откажется. Тоже на мейн спек, не на лов спек, чтобы не думали. Тот же, кто будет отдаю служить кому. Ему верой и правдой, достигнет таких высот, о которых вы не. Но Хризи молчит. Помыслить. Слав, давай сделаем круг. Забери моба, на мне. Ну это же обычный ДК. ДК какой-то. Он Билин может. Правда, Билин? Не надо танк зачем-то. Да я его отведу. Кто его? Нихуя себе про меня вспомнили, что ли? Хантом, че? Резин, чем еще от танка спехать? Протопаутом танк кинет, заберет все. Там будет такая вещь, как Старфолл. Здорово, Антох. Поэтому лучше просто здорово. Контролить корнями и все. Дигара умеет, ой. Надеюсь. Там тупо Билин. Выходит сразу корни и все. Билин, ты здесь? Сможешь его хваткой забрать и тупо стоять с ним, тебя похилят кто-то с центра, так надежнее. Ой, ладно, я пофиряю. Да не надо фирить. Как
Как вы смеете ступать? И слева, Хризия, слева. Это место станет вашей могилой. Я его стукнул. Иммун Фиракас. А, у него иммун овцы, понимаю. Фиримун. Там справа. Справа. Декада, не бей его, оставь его, не трогай, пожалуйста, его овцу. Просто стой и все. Вообще не трогай. Овца-сраб? Охренеть. Только что видел, как овцу дали ему, короче, от десятки вообще не работало. И в 25-ке тоже. Просто криворуки они были, сопы были. Ну сейчас трэш выйдет. Еще далеко. Хризи, лови трэш. Трэш пошел. Куда? Ай, Виви умер. Осколки тоже порол, да? Осколки упадут. Ух ты, два шлема. Ваша смерть неизбежна. Я не дану, отдам кому. А кто я спрошу? Не буду не убить. Нужно подойти поближе. Да, сделался. Я по овцу. Она не работала. Буквально недавно. Надо подождать. Благодарю духов, что они послали нам вас. Усмиритель небес уже улетел. Быстрее на борт молота Оргрима. Если вы поспешите, то еще сможете его догнать. Ну вот упало этих два шлема, получается. Я один нажал нужно, проиграл. Второй я отказался. И что дальше? Я танком иду. Ну, а танчить вот. Когда я буду? Пока мы будем это выяснять, мы дольше будем идти. Конечно. Вообще без проблем. Да, сейчас проблемы. Кто на успех, нажимайте «не откажусь». Кому не нужно, отказывайтесь. Вот, я на сову буду на сову. Так, так просто, блядь, никто не пылил, и все. Ты что, не можешь так объяснить нормально, что ли?
Воспряньте, сыны и дочери Орды! Вот сейчас мы решали вопрос по шкурке. Что-то мы остались без протопала, будет. Я остался внизу. Вы видите? Что это там вдалеке? Боевой корабль Альянса! Все на палубу! Сейчас вы ответите перед Саурфангом! Двигай свою калошу! Не то мы ее прямо в небе взорвем! Орде тут делать нечего! Вы знаете, Бьерн, что вы без дай. Танка? Потому что вы запустили, пока мы с Хризефилоксом решали, чьи наручи. Нет, я убился, понимаешь, в чем дело? Пока вы... Я вот буквально метр не добежал и упал вниз. Корабль под обстрелом! Заклинатели сюда! Пусть заткнет эти пушки! Бьерн Роуд, Саня. Оружейники, огонь! Просто времени много занимает, пока мы идем и танчить трэш и решать то, что с ролем. Прыгни с корабля, Хризефилокс, иначе умрут. Спрыгни с корабля. Вы танки, между чем делить эти шлема, блять, забирали бы боссов и трешак, чтобы он не шотал никого. Ну, если был бы разрыв, мы бы не решали. Ну, два ДК есть, и никто не... Дело в том, просто это времени дольше отнимает, танкам листать чат. Не достаю слишком далеко. Вообще отказывают. И что там? Герои, будьте начеку, блять, только что... Присоединись ко мне, отец. Перейди на мою сторону, и вместе мы разрушим этот мир во имя плети. Бля, Саня, ты чё как девочка-то, блять, опять? Мой мальчик погиб у врат гнева. Я здесь, чтобы забрать его тело. Старый упрямец, у тебя нет шансов, я сильнее и мастернее, чем ты можешь представить. Мы назвали его... Йо, 5 минут нет. Наорочим это значит серый Дренор. Я бы не позволил чернокнижникам забрать его. Он был бы в безопасности в Городаре под защитой старейшин.
Я пообещал его матери, когда она умирала. Саня, ты чего как обижаешься, как быть, как маленький, нахуй? Неважно, умер. Искать из 25 человек, кто кинул ролл, сколько на что и стоять. Это тебе же объяснили все. Это неприкольно. Сегодня я исполню это обещание. Жалкий старик. Ну что ж, герои, хотите узнать, сколь могу... Я бы снял... Я снял у Хризи Филакса, нужны ли ему наручи на танка, что я ему уступлю. Вот и все. И поэтому я на корабль не успел. На Ханта идут эти наручи или нет? Надо подождать. Открыто. Правильно, Филя. Thank you.
Я против. Бьорн, ты здесь? Зачем ты кикаешь на хэмпа, блядь? Потом зайдешь дадим пати. А чё с хантом? Сальву дал. Что есть? Не спел. Спасибо. Ну, ты зря это сделал. Тут, наверное, должен понимать жрец. Твоя вчераска еще была от меня. Холокост, что-то знакомый мне. Вон Ваня взял кого-то рогу. Yeah.
Я релогин быстренько. Нет. Чай. Ну, сова зашла в машину. Дайте бабу по локам, пожалуйста. Вот и не собаку, пожалуйста, Хускар. Это же обычка. Тогда все на рейндж. Стива вышел, значит, он пришел. И ну, он должен Стива лежит. Деляк, дайте мне. Варка писала. Прис, подойди к Лота, подойди. Да по КД езжай и все. Типа, если ты знаешь, что танк не упадет, ну из-за твоего захила, то просто езжай. Ты
маленьких сил. Типа она режет очень сильно прохил, но не так критично. Типа в идеале ее юзать с какой-нибудь, не знаю, с крыльями, типа чтобы компенсировать. Но это только в РС-ке, по идее. В ЦЛК ты вообще не заморачивайся, если у тебя тут перестраховка есть, не шотный танк. Идите. Нет. Да. Не знаю. Знаю. Отвлекся, думаю. Он оставил море слизи, хоть плыви по ней в круизы. Ого, да я поэт. Потрясающе. Мне оказывается две таких теперь. Роль тебе отдам. Жезл? Я линканул, что рулит. Кого еще раз? Ну, чат читать надо, наверное. А что, у нас и пароли, что ли? Белый. Саншу. Ну, а зачем тогда? Мне идти, полрейды надо. А сдерживание работает на тухобузе? Еще раз, что-что? Сдерживание. Сдерживание чего? Нет. Я не понял. Да. Тогда или нет? Это что, это скилл Линка, не это? Чтобы было понятно. Сейчас, погоди. Скиллу. Короче, сейчас проверим. Не работает тут. Она прямые заклинания отражает, не ауешные. Она работает, если босс на тебя сагрится. Тогда она сработает. О, это можно устроить. Ну так. Не знаю, я посмотрю, сколько будет хп с стаком на кризис. Я прожму. Вообще протопал в салон. Еще бабла. Наверное, на 7 стаках буду забирать с кризис. У нас ДД больше, чем босс на кинестаках, поэтому, наверное, на 7. Все-таки будет на 8. ХП, смотрю, еще не половина.
Угу. Не, еще 7. Сейчас буду забирать, забираю. Но вроде не дамажил. Ну, хрен его знает, может у тебя стаки просто были нормально. Но у меня один. А, нет, у меня два был, бля. Ну вот. Хампочек. Мы с одним здесь выживет. Даже без дефа. Ну так я не прожимал средства даже. Потому что видел, что хп нормально. Ну да, так и надо. Ну, у меня по 2-4 кады, когда попадает. Талисман установления. Да, был моим любимчиком, как и гниломорт. Молодец, что оставил столько гад. Больше, чем Хризи надамажил. Квест никто не делает, а? Дайте штаны, пожалуйста. А, ну ладно. Когда побью. А будет еще 25-ка ссылка на этой неделе? Вот эти штаны, они на какой, класс, по идее? Другие штаны. Это разносчик чумы. ШПР там. Это я отойду на 2 минуты. Да, Локи точно знаю, еще какой класс. Эти разносчики чумы, короче. ШПР Арпланы. Афлик. Династия нет? Да. Слав, я немножко решил подсобить имплантации, мы с ним договорились, смотри, он тогда после красного, зеленого, третьего по счету не будет замедлять Адамсаку, нас же все равно милирует, подведет Хризи под зеленую и зеленого так сольем, незамедленного третьего по счету, и все, он сделает квест, никто не умрет, и он все уже выпьет, не будет растягивать. Отличные новости, народ! Я
усовершенствовал штамм чумы, который уничтожит весь Азерот. Подбил обычно больше оверхила. Да, имплантация его замедляй, а потом на третьего уже мы сами справимся. Сейчас вот заливай. Замедляй, в смысле. Ребят, отбегать. Вок, вок, кто там еще, отбегите от зеленой, иначе умрет. Это еще откуда? И красного замедлишь, а потом уже копи сериал. Завелись. Сейчас все захожу. Красный выливается, пожалуйста. И лужи выпей обязательно, а то сейчас новые будут. Лужи пей и делай квест. Где должно хватить у тебя, я надеюсь. Вон, беги, пей. Вот сейчас, вот, ребят, сейчас незамедленный будет, я Сакру дам. Подводи, Хризи, подводи быстрее. Сейчас сразу у него переключитесь. Поможем человеку квест. Хорошо. Сбегитесь, цель, сбегитесь. Все, дает. Добивайте, не сбегайтесь. Могуй, бугуй, 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 бугуй. Молодец. Давай, пей, только выпивай. Ты сделал квест, не сделал, плюс они или минус поставь. Не хватит ради замедлить красного, корону готовьте. Хорошо. Ты сделал квест или не сделал, ты скажи. Все, я не видел просто. Ну все, значит, хватит тебе замедлить. О, видишь. Таргет 5 секунд. Пельмень-центр. Замедленным, пожалуйста, зеленого. Мы на прошлом КД делали это. Мужа под душ. Беги от колбы, бомб, беги от колбы, беги, беги, умрешь. Это реальный весь квест в сраку. Мы на прошлом КДДСРу сделали квест. Извините. Тоже точно так же одного не замедлили, остальных замедлили. Или начинай вести, сейчас колбы будут. Видите от колб, пожалуйста. Я ж говорил, Хриз, начинай вести. Пельмень поймал,
И он меня замедлил, сука. Потом волк и шаман делают в луже. Стоят, короче, и хилят. Ничего не выйдет. Засчитала тебе квест имплантация? А? Засчитала? Красавчик. Это она, а не он. Прости, прости. Ты до сих пор еще не запомнил, что ли, на ИЯ заканчивается эта препация? Да, бывает оно такое. Забываю. Ребят, кто кулаки, кто раздает? Раздайте, пожалуйста, опять. Слава, ты все части сталкера прошел. Найти и убить его. Пожалуйста, кто кулаки раздает, ребята из паладинов? Раздайте сейчас. Спасибо. Да, хорошая. Да, мне паладин жмого нравится. Есть классный мод, вышел в 18 году, называется Аномалия. Да, да, я сегодня смотрю. Какое, которое про время, типа? Нет, просто Аномалия. Там какой-то Серега его делал или то. Христы. Там расширенная локация и вообще полно всего. Ну, то есть солянка, можно сказать, мобов. Ну, а по сравнению с солянки он больше или меньше там? Больше. Локации. Он там очень... А, это что? Со всеми там. Я уже там... 6 лет солянку не могу пройти. Там, по-моему, еще какие-то элементы добавили в плане выживания, я забыл. Это... Что там, вылетые с этими? Слышишь, что там с вылетами? Улетает или как? Я от механики ставил, она вместо вылетов бывает... Зависнет на полсекунды, такой мелкий фриз, очень редко, но не выжидает. Не, Саня, я этого спрашиваю чувака, кто сейчас говорил. А, Рога пошёл. Рога, они видят стелс, Рога. А чё не контролить? Потому что Рог погнал, но они видят стелс, эти мобы. Дайте гнев небес. Дайте большого. Заберите танки, меня сейчас убьет. Меня тоже сейчас убьет. Больше так не делай, Рога, хорошо? А то мы можем умереть. Это не то, что инвиз. Они видят сволочь. Почему? Потому что у них лава больше, чем на 2, на 3. Знаешь, сломали. Не знаю. Смотря в какой ветке ты. Если ты в ТД и тебя палят, тогда да. Трест. А Боб что, нельзя дать, что? Ну, я другому луку давал. У меня... Там Боб, видишь, скидывает паки. Меня воздержим, блин. Тролльте, ребят. Лейтенант слева. Я хафага, ну да. Хант, умеешь залпом стрелять?
Боб это сволочь дал там одному из законтроленных. Блин, шейку бы с Вальки сролить на танк, это было бы чудесно. Если бы она упала еще. Стоп, ладно. Стухло там крит МП5, фигня по сути. А чё это багруха дает? Она чё вообще, это и на лока, и на мага что ли идет? Да, вообще на всех? Да, это ж в ДШЕ, я на хилл. Я вот слышу, что-то все хотят ее универсальная что ли какая-то. Ну да. Да. Что помнишь? Берите ёбан в рот. Что? Что случилось? Ну как это? Ты в метаформе прыг? Нет, я просто порчу повесил. Имеешь в виду священный щит, да? Паладиновский? Смысл у меня свой вкачанный, он лучше от твоего. У тебя сколько там минут или сколько? Дайте лапу. Вроде кикнули одно. Держу. Держу. Кого напуливает? На кого? Лапу дайте. Сейчас. Вон там толдерам справа лежит на полу. Вот его на меня напулишь на террас. Протопало. На полотенце, да? Квадрат на меня, пожалуйста, на пульте. И протопал в центре был стоять. Демон Лейн, непобедимые воины короля Лича. Теперь наши силы едины. Гастан был досадным недоразумением. Сила сферы позволит. Спасибо. Свершить отмещение. Походу, клесетами на меня напулили. Гите, вихрь, вихрь. Повезло, у меня саку дал. Медленно бежали. И прольется кровь. Моя чаша льется. Насладитесь болью. Нет, только атаки ближнего боя. Ибо сила сферы питает и прольется. Не на цель, ребят. Моя чаша насладитесь и прольется кровь. Какой-то злостный шаман у Варенька. Зачарим так. Пусть трансмагрификация жесткая у него. На шмоте. И прольется кровь. Моя чаша полна. Насладитесь болью. Беги, малышка, беги! Вот тут фаер шоу, да? Прикольное. Сделала меня
чаша полна. Сейчас ему капельку дам. И прольется кровь. Прольется кровь. Что, дволя? Не ваншотнет. Ваншотнет я забил, меня он не убьет, у меня прожимка есть. А, убили. Боешка, ребята, боешка. С одной ЛПшки. Вот паразит. Похитил танка фотона. Ну, контроль тебе присты. Давайте. Совет, РДД, отойдите чуть подальше. Если вдруг нас в контроль возьмет или в САП, вам бубу. Я в сапе уже. Бога спасайся, Виз. Имплантация. Знаешь, как зеркало ловить? Потому что Дессер чуть не болил квест на прошлом КД. Короче, стоял, уже побежал, он еще в центре стоит. Ему чудом удалось зеркало вообще поймать. Третьему по счету. Вон, давайте решетку протестим, все забедите просто на нее. Ага, на себя. Как именно? Все провисли или только я? Ты. На мне сап, ребят. Сейчас меня даваны дотолкают, короче. И будет весело. Бедный маг. Маг же не знал, что нужно отойти от трэша. Потому что, как я говорил, танков сап берет, и все, и они начинают вас бить. Поэтому вам надо отбегать подальше. Что, на Ване нельзя напуливать? Да-да, тут ты на меня. Ты на себя можешь, Слав, чтоб себя хилить. Как-то.
Он с ДК побежит, да? От паскуда, пошел в 25 гер без нас. Ай-яй-яй. Друида мне был. Милики, не подбегайте, пока имплантация не отбежит назад с зеркала, я пока не поймаю. Иначе на вас будет, и вы умрете. Это было неразумное решение. Все, назад. Секунду, не заходи. Заходить не же. Не, пока что. Окей. Ты вы охренели или что? Пул дайте по террас. Пул дайте по террас. Кулева, ты кто там, блядь, сука, был нахуй? По того хризя рвал. Я... А кто там, Хризи, укусишь имплантацию? Будешь Миликов раскусывать. Слышишь, Хризи? Имплантацию укусишь? Или себе уже в таргет? Тебе ж все равно ничего не надо тут делать. Ты зеркало держишь. Слева имплантация. На пул. Все есть. Все, уже хорошо. Милика, проскусывай, где имплантация пускай. Я тебе руку дам, чтоб два кабаны треснуть. Уже дал. Меня укусите, кота укусите. Беги, Апис. А, имплантация, совет. Не пытайся ты кусать мага. Они могут копии прожать, и ты не успеешь. Кусить мага и будет конкурс. Захильте, пожалуйста. Начинаем представление. Спасибо. У меня двойное зеркало висит, короче. Да, я сильный паладин. Уже укусили. Миликики, старайтесь дать охризи миликов будет. Как вам такое? Это заклинание? Продайте же! Маг стенями. Да ебись! Укуса перед этот имплантацией еще сколько? Два надо, да? Дайте иннер ДЦ, пожалуйста. Слав, надо стопать ДД, ну посмотри. Сколько укусить? Сколько осталось укусить? Сакру даю, вы не умерли. Начинаем представление.
Я же говорю, мы себя частиц. Сейчас кто-то порвет аккуратнее. Вам такое. Сколько осталось укусить? Беги, малышка, беги! Бля. Приятного аппетита. Че-то я думал, мы добьем. Имплантация, укуси как-нибудь. Да там осталось-то. Сделал? Сделал, дружище? Прости, еще раз извини. Блин, забывай, не знаю почему. Сделала, да? Молодец. Кто порвал гроз БДК сразу? Кто-то вообще походу решил. Лучше умереть сейчас, чем опять. Так, кому рыбав плюсанете в чат, когда мы спустимся к Вальке. Довольно пустой болтовни. Прибыль. С их помощью мы пробьемся через зал. Да не апи сорвал, я ДЦшником сорвал, она меня убивает. Не знаю, танки не набили агро. Я полрейда засчитывал, она подошла, дала мне тычку и слег. Ничего, что ли, я вообще первые 30 секунд не бил? То, что я как бы курил. Это так слово. Ребят, кто умирал, плюсуйте, я каску обновлю. Дней два. За дня вы зашли. Да. Да, зашли. Да. Да. Убрал. Я бегу. Блин, шею с Вальки надо, капец как.